Вот. Выходят, да. Гражданские выходят из подвала. Сейчас будут организовывать их эвакуацию в безопасную зону, потому что еще впереди штурм Азовстали. Ну, это хорошо, что их выпустили с оттуда. Их отсюда, с Азовстали? Азовстали, да. Так, с ребеночком тоже туда идите. Мы с ним дойдем. Пятая школа. Да, 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 да. Лечим уже 10 дней, конечно. Кошмар. Одна в лесу, вроде, одна в лесу. А как это произошло? Ну, конечно, вот это такой хлопок. Вот такой. Уже возле тебя. И все. Кушать. Девочку беременную убила. Беременную девочку убила, у нее двое деток осталось. Олесю ранила. От 7 числа выхаживаем. Кровь только потеряла. Она так никогда не ходила. А сейчас эвакуируетесь, получается, да? Сестра моя родная. Трое племянников. Ой, я вас знаю. Сюда приехал, да? Да, Мила. Расскажите, где, откуда вот вы сейчас вышли, из какого Ребята, района? Ребята, заберите нашу район, район 17, дом и ближайшие дома уже не подлежат для проживания, потому что очень много сгоревших домов и много разрушенных домов. Да, наши родственники в России, они не знают, что с нами, они увидят вас. Они увидят вас, я обязательно это сейчас выложу, покажу. Да, да, мы жили в подвале 2 месяца. Да, мы очень рады, рады. Да, ребята, останьтесь живых. Мы очень вас любим, всегда ваши репортажи смотрели. Надеемся, что все закончится очень скоро. И все, ну, как бы, мирные жители Мариуполя, и российские, и ДНР, все, кто защищает нас, да, мы вас очень любим. От всей души вам огромное спасибо. Да, спасибо. Ребята, нас никто не выводил. Мы просто выживали из последних сил. Да, ни воды, ни лекарств, ничего не было, ни еды. Дети маленькие, вы сами видите, сколько народу. Спасибо вам, ребята. Держитесь. Спасибо, Семен. А вы, получается, рядом были с заводом Азовсталь, да, получается? Да, с заводом Азовсталь. До проходных 5 дома. Промзона. Раз в бомбе на да, меньше, да, минуты ходят. Разрушены, все разрушено. Нету, ну, живого места на домах нету. У нас даже подвал развалился. Развалился подвал, все в подвале рухнуло просто. Тихонько. Еще раз говорю, я иду первый. Со мной идете друг за дружкой. Толпой никто не входит. Между собой один шаг, понятно? Один шаг, все, и колонны выдвигаемся.